Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим автомобильную двухстороннюю сигнализацию от компании Sigma, модель Pro 8.1. Данная сигнализация идет с автоматическим запуском двигателя и также диалоговой кодировкой. Поставляется она в фирменной упаковке. Так, внутри у нас находится инструкция по эксплуатации, инструкция по установке, также гарантийный талон. Схема подключения сигнализации довольно-таки большая. Вот так вот выглядит она. Концевик. Резиновый чехол для двустороннего брелка. Батарейка для питания двустороннего брелка. Датчик удара. Двухзонный с регулировкой чувствительности, на двухстороннем скотче он идет. Так, здесь антенна, отдельно двухсторонний скотч для антенны также есть. Центральный блок управления, вот так вот он выглядит. Так, здесь у нас запасной брелок, основной двухсторонний брелок с большим дисплеем, полностью пластиковый, и также с резиновыми кнопками на торце. Так, здесь у нас упакованы провода. Провод для подключения антенны. Световой индикатор. Сервисная кнопка валет. Также провод для подключения датчика удара. Здесь у нас находятся основные провода подключения вместе с предохранителями. Вот такая вот комплектация данной сигнализации. При покупке на нее обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость сигнализации вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.